Самарканд. Самарканд находится на территории современного Узбекистана и является одним из древнейших населенных городов Средней Азии. Прямых доказательств конкретной даты основания Самарканда не найти. Некоторые теории говорят, что город был основан в период между 7 и 8 веками до Рождества Христова. Процветая благодаря своему расположению на Великом Шелковом пути между Китаем и Средиземноморьем, Самарканд время от времени был одним из величайших городов Средней Азии. Мугат – те, о ком узбеки часто говорят с пренебрежением, люди и цыгане. Хотя генетические доказательства их связи с диаспорой рома в мире очень слабые. Этот народ делится на касты, что наталкивает на мысль об их миграции с Индостана в Среднюю Азию много веков тому. Исторически мугат были бродячими музыкантами и артистами. Сегодня они живут сплоченными общинами, которые узбеки обходят стороной. Они являются одним из маргинальных народов мира. Многие, чтобы выжить, попрошайничают или собирают металлолом или пластик. О чем молиться? Молитесь за то, чтобы люли, мугат, преодолели дискриминацию, с которой они постоянно сталкиваются, и обрели свое достоинство в отношениях с Богом Отцом. Молитесь, чтобы Господь возвысил люли как своих детей и дал им шанс стать частью его семьи. Молитесь, чтобы верующие достигали люли в любви и сострадании. Молитесь, чтобы в Узбекистане среди люли появилось движение приобретения учеников.